В Нарьян-Маре выбрали лучшего среди автослесарей и парикмахеров. Накануне завершился финальный этап регионального конкурса профессионального мастерства «Лучшие по профессии». Самых умелых мастеров выбрали по результатам теста и практического задания. Теперь они имеют право номинироваться на президентскую премию. Умеет обращаться с автомобилем, распознает его болезни и приводит в рабочее состояние. Профессия автослесарь ценилась со времен появления машин и с тех пор не покидает своих позиций в числе самых востребованных. Правда, сегодня на слуху все больше менеджеры да экономисты. Повысить престиж рабочих профессий – одна из целей регионального конкурса «Лучший по профессии». В этом году в рамках конкурса выявляют лучших парикмахеров и автомехаников. Теоретически у нас этап идет первый, проводится, непосредственно решают тесты по устройству автомобиля в эксплуатации. И практический этап, где непосредственно им надо правильно сделать ежедневное техническое обслуживание и заменить колесо. В этом году участниками конкурса стали 5 автослесарей и парикмахеров. Согласно условиям конкурса, каждому участнику не более 30 лет и опыт работы по специальности не менее 3 месяцев. У Александра Боброва стаж работы автомехаником намного больше. Желание стать мастером по ремонту машин появилось еще в детстве, поэтому после школы последовало обучение в Ненецком профессиональном училище. Теперь Александр мечтает об открытии собственной автомастерской. Нужно больше практики. Опыта набраться еще, очень много опыта, потому что, как вот уже ранее говорили, машин много, все более сложнее, более усовершенствованное, и надо опыта набираться, чтобы уже более-менее что-то представлять. Стас Марташенко – победитель среди парикмахеров в возрасте от 18 до 24 лет, о своей парикмахерской не мечтает, а уже в ней работает. Профессию осваивал в Ненецком профессиональном училище, оттачивал мастерство в Архангельске и Санкт-Петербурге. Я хотел там открыть, там просто слишком дорого, очень большие затраты. Здесь все попроще, и как бы уже открывал тут. В Красном была у меня парикмахерская первая своя. Наверное, у тебя какие-то есть планы, ты... Планы? Какие строишь? Вот планы, здесь. Сеть парикмахерских по России. Согласно условиям конкурса, победители возрастной категории до 24 лет выдвигаются на получение премии президента России в номинации «Профессиональное мастерство». Возможно, получение престижной премии немного приблизит ребят к своей мечте. Валентина Чибичик, Вадим Стасюк, Леонид Шишелов, телеканал «Север».